На улицах города появятся новые урны. Деньги на них выделены из областного бюджета. Всего около 2 миллионов рублей. Проект реализуется в рамках программы «Реальные дела». Емкости для мусора уже начали устанавливать. Урны будут установлены на центральных улицах, скверах города, парке Вечного огня. Всего в количестве 680 штук. От нападок вандалов новые железные урны обещают защитить, установив дополнительные крепления.